Имена героев современности решила навечно запечатлеть в красках известный художник из Москвы Татьяна Пономаренко-Левираж. К Хакасии она приехала специально, чтобы написать несколько картин. Каждая история буквально пропитана болью. Военные медики Надежда Дураченко и Галина Михайлова погибли в Сирии от обстрела боевиков. Там же был подбит истребитель летчика-героя Олега Пешкова. Лейтенант Магомед Нурбагандов под угрозой смерти остался верен присяге. Его знаменитая «Работайте, братья». В Хакасии Татьяна Пономаренко показала лишь 5 работ. Проект «Имена Победы» масштабный. В полном объеме он будет представлен в Москве в честь 75-летия Великой Победы. Я увидела родственников каждого из ребят, портрет которого я пишу. Когда я поговорила с родными, знаете, я как получила благословение, потому что не каждый автор. Во-первых, это абсолютно творческая вещь, это не заказные портреты. Но мое сердце сейчас спокойно, что я занимаюсь именно тем, что, чем должен заниматься художник. И, конечно, когда я с каждым поговорила, у меня появились крылья писать их.